Казахстан готов в любое время предоставить площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на неформальном саммите Организации тюркских государств, который проходит в Азербайджане. Президент отметил, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности – один из приоритетов внешней политики нашей страны. Тюркские народы должны сохранять в этом солидарность. По словам Токаева, мир сегодня охватили политические и экономические изменения, и казавшаяся нерушимой глобальная архитектура безопасности начинает разрушаться. Поэтому статус Организации тюркских государств необходимо укреплять. Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по среднему коридору вырос на 65% или почти 3 миллиона тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Затронули участники саммита и экономические вопросы. Касым-Жомарт Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и общую патентную организацию. А еще на саммите говорили об экологии. В частности, президент поднял проблему Каспийского моря, которое, по его словам, находится на грани исчезновения. И чтобы этого не допустить, нужно объединить усилия тюркских государств для защиты окружающей среды, флоры и фауны Каспия. По словам экспертов, существует 80% вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градусов по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе.